дня, поэтому самолет меня принес. Я очень рада. В предыдущий раз я здесь была на Борцвятках. Вот, и мне кажется, что Минск — это просто какой-то центр вселенной по душевности, по тем людям, которые здесь собираются. Вот, собираются. Большое спасибо вот этому залу, вам всем, оргкомитету, вот, моей стародавней подруге Оксане Рачкулик. Сначала я прочитаю стихотворение. «Вера Булич, Гельсингфорс, 1944 год». Вера Булич была дочкой директора бестужевских курсов, и после революции молодой девушкой оказалась в Финляндии. Прожила она там долго, до 60-х годов, работала в Славянской библиотеке и писала стихи, которые чудом нашлись. Издавались они до войны, до Второй мировой, в Париже и в Таллине. Цикл «Бурелом». Простая жизнь. Свой домик у воды, цветы и грядки с изобилием ягод, осенних яблонь сочные плоды и в зимней кладовой запасы на год. Мечты, мечты. Не время строить дом, искать благополучие земного. Мы сброшенные на землю бурелом. К родным корням не прирасти нам снова. Броди, душа, по миру сиротой, и в дом чужой ты заходи с опаской. Чужой не обольщайся теплотой, к земным вещам не прикасайся с лаской. Броди, душа, и в дождь, и в снег, и в пыль, но береги остатки достояния, свой крест, истертую сумму, костыль и горькие до слез воспоминания. Сейчас будет песня, стихи. Это стихи, мне сказали, что здесь очень ее любили. Это Люба Захарченко. Эти стихи нашлись, наконец. Вот, наконец они нашлись. Мертвой воды.
Спасибо большое.